Привет, приветики, канал АИКТВ, с вами и Павел, и мой лучший друг Мистер Кис. Ребята, привет, ребята! Сегодня у нас на обзоре приложение Kids Corner. Мы сегодня смотрим книжку «Фиксики рефлексы». Рефлексы. Мистер Кис, вперед! Вперед, Павел! Ой! Ким Гибыч! Один плюс два! Сколько один плюс два! Будет? Три! Сколько будет, Мистер Кис? Три! Три, три, три! Три! Пыль-пирка! Запомнила! Аф-аф-аф! Гав-гав-гав! Мяу-мяу-мяу! Мистер Кис! Для нее это слишком так говорить! Слишком сложно. Дим Димыч учит кусачку. Открываем парные картинки. Ты это умеешь. Молодец. Ой, не угадал. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал АИКВВ. Будьте в курсе новых серий. Да, новых серий игры Фиксики. Фиксики. Может, научить ее через кольцо прыгать? Через кольцо? Пробовала. Не прыгает. Не она прыгает. Что, тигр, что ли? Даже не все коты прыгают через кольцо. Давай. Кусачка, ну прыгни, пожалуйста. Она не хочет. Или не поднимает. Скорее всего, не хочет не прыгать. Хочет. А сахар попробуй, мистер Кис. Ей сахар дать. Ей сахар покажи. Кусачка. Да, нет, возьми сахар. Сахара она работать не будет. Ей косточку подавай. Кусачка, молодец. Конечно, молодец. Потом она будет за такое безобразие сахар прыгать. Ты. Кусачка. Так, а наши фиксики пошли в школу. Интересно, что они узнают там интересного. Давай посмотрим. Сегодня на уроке мы поговорим о рефлексах. Вау. О чем? О чем? О чем? Опаздываем. Не опаздывайте, Симочка и Нолик. Мистер Кис, нажимай на доску. Вот. Отлично. Рефлексы. Ну, расскажите нам, что это такое? Коллега, ой. А вы моих очков Чудаков не видели? Очки? Спрятались, мистер Кис. Давай найдем Чудакову очки. Так вон они же у тебя на голове. На лбу. На лбу. Они у вас на лбу, коллега. И правда. Извините, как же что так? Мистер Кис. Что-то забыл? Задумался, наверное. Давай превращай всех фиксиков обратно. Из шпунтиков, винтиков, шпунтиков, человечков. Винтиков, и вот так вот. Итак. Ой. Спасибо. Спасибо. Но ты Чудаков. Чудак. Чудак. Чудаков. Чудак, Чудаков. А почему вы все время превращаетесь в винтики? Потому что мы должны прятаться от людей. Но от профессора Чудакова можно не прятаться. Мы же не знали, что это он. Правильно. Правильно. Вы даже подумать не успели, а уже превратились. А уже превратились. Это сработало. Рефлексы. Рефлекс. Если по-простому, рефлекс – это когда наше тело что-то делает так быстро, что мы об этом даже не успеваем подумать. Ну да. Когда мы прикасаемся к очень горячему, то мгновенно отдергиваем руку. Ну да. Ну-ка. Мини-игра. Еще раз. Давай еще. Убираем, да. Ага. Слева. Слева. Подожди ты. Ой, слева и справа сразу. Убираем. Справа. Слева. Ой, как сложно. Теперь справа. Слева. Слева и справа. Быстро, быстро. Еще раз попробуем. Нет!
нет, всё. А, нет, всё. Одна ошибка была. Когда падаем, машем ногами, руками, чтобы удержать равновесие. Помоги скейбордисту удержать равновесие, мистер Кис. Давай, стрелочку туда, сюда нажимай. Не торопись. Аккуратно, аккуратно, он тебе падает вперед, ой! Что не так я делаю? Я что-то не пойму, как вот надо? Так вот. Правильно. Не торопись, не торопись, все хорошо. Молодец, мистер Кис. Отлично. Отлично, что-то не прибавляется надо... ничего. Немножко не так. Мы за это не зарабатываем. Вот сейчас, да, очки. Два раза надо нажимать. А, понятно. Отлично. Эй, не торопись. Отлично. Я вижу. Хорошо получается. Очень хорошо. Молодец. Еще чуть-чуть. Совсем немножко. Молодец. Что было бы, если бы мы начали думать, как и куда мы... Да ужас, мы бы упали бы, наверное. Да? Да, мистер Кис? Наверное. Я не знаю. Так ой, что, вот. Сказать, рефлексы нас оберегают. Помоги боксеру. Защититься туда. Туда. Вот так вот. Вот так вот. Нижняя рука. Блок. Защита. Нижняя. Снова нижняя. Защита. Вверх. Нагнуться. Молодец. Теперь низ. Защита. Тебе помогаю, мистер Кис. Вверх. Нагнуться. Поднимаю. Низ. Защита. Молодец. Низ. Защита. Отлично. Все. Мы победили. Мы победили в боксе. Ура! Молодец, мистер Кис. Ни одной ошибки. Ой. Давай нажмем на Файера. На Файера? А, вот он. Ой, точно. Оберегай. Ой, нос чешется. Вот это у них парты, смотри, на скейтбордах. Да, точно, смотри. Летающих. Тих. Это школа будущего? Совершенно верно. Файер не хотел, но было щекотно. И он чихнул. Чихнул. Будь здоров. Спасибо. Апчи. Апчи. Кча. Апчи. У собак тоже есть рефлексы. И у собак, и у всех животных. И у тебя, мистер Кис, есть рефлекс. Да. Обучают животных, используя эти рефлексы. Ну-ка, мистер Кис, скажи мяу. Мяу! Я тебе дам конфетку. Мяу-мяу-мяу! Молодец. Играть, мяч, считать, даже танцевать. Короче говоря, дрессируем. У хорошего дрессировщика всегда под рукой есть лакомство. Лакомство, да. Как только зверь правильно выполнил команду, встал на задние лапы или перепрыгнул препятствие, он... Ему дают угощение. А дрессировщик тут же подает сигнал. Щелкает пальцами или свистит свистом. После долгих тренировок у животного вырабатывается рефлекс. Понятно! Знакомый сигнал. Выполняй команду и лови еду. Но самое главное в дрессировке – это любить своего воспитанника и не обижать. Иначе никакое лакомство не поможет. Понятно! Это точно, только ласка. Помоги псу правильно повторить все команды. Дрессировщика! Мистер Кис. А как это сделать? Подожди, нам надо... Вот, смотри, у нас 5 картинок. Самая пятая картинка справа. Надо, наверное, наверх как? Перетащить. Нету, мистер Кис. Пятую справа. Вернее, чего? Слева. Если считать слева, пятую то пятая по счету. Или первая справа. Ты нет, ты перебираешь. Ты не прав. И
если ты не запомнил, так и скажи. Вот это! Вот! Я не запомнил, неправильно называешь лучи меня! Лучи! Лакомство! Понятно? Запомни эти картинки. Запомню! Вот! Молодец! И вот эту четвертую, ой, третью! Или какая она там по счету? 104-я! Давай, мистер Кис, еще сейчас покажут нам дрессировщик команды, которую мы должны выполнить. Так, вторая. Ой, какая там уже была по счету, я не помню. Ага, четвертая. Вот так вот. И, наверное, пятая, да? Угу. Вот так вот. Мы молодцы. Все правильно выполнили. Получай награду, лакомство. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Айкидо, будьте в курсе новых серий, книжек про фиксиков. Фиксики. Да, вот так вот. Вот так вот. Смотри, как я выполняю все команды за этого пса. Кормит нечем, непонятно, какими-то корточками. Молодец. Так, что дальше? Мы сейчас будем тренировать кусачку, мистер Кис. Наверное. Развивать ее рефлексы. Рефлексы. Нажмем на вертолет. О, какой у нас вертолет есть. Оно только покушать. Наверное, любит. На радиоуправлении. Правильно сосчитать. Сосчитать. На нолика назад, давай, наверное, да? А ты нажми на нолика. А? Вот так. Да? Акимочку. Еще раз на нолика. Точно. Три. Чудо. Чудо. Ума зайти. Это наука. Просто кусачка всегда лает, когда видит фиксика. Это у нее рефлекс такой. Понятно. Как ее научить в кольцо прыгать? Это мы еще не придумали. Да, не придумали. Придумал. Гоняться за фиксиками. Это ведь тоже кусачкин рефлекс. Да. На живца, да, Павел? На приманку. Подрессируем собаку. Чего не сделаешь ради друга? Ну давайте попробуем. Давай. Ну что, подрессируем собаку? Подрессируем. Так, надо нагибаться. Нагибайся! Нагибаться. Ты зачем обходишь? Надо нагибаться, мистер Кис. Вертолет надо тоже пригнуться. Прыжок. Когда летит вертолет, надо пригнуться. А? Ну что, следующий раз обязательно. Пригибайся давай. Это вот что? Так вот, да. Отлично. Пригибайся. Какая смешная эта кусачка. Прыгай. Молодец. Кольцо в обруч. Ой. Вот так, да, молодец, пригнулся. Здесь тоже надо пригнуться. Молодец. Пригнуться. Отлично. Прыжок. Отлично. Вот так, Гуньки. Только наград получила наша кусачка. Конец. Ну что, ребята? Мистер Кис, будем прощаться. Пока-пока, ребята, всем пока, до скорых встреч, увидимся. С вами был Павел и мой лучший друг Мистер Кис, который а любит лайки. Я. Всем пока-пока. И Павел тоже любит лайки. Мяу.